Приветствую вас, любители хоккея. Сегодня играем с командой недели на максимальном уровне сложности. Посмотрим, что на этой неделе представляет из себя команда недели. Перемотайте, кто не хочет загрузку ждать. Это где-то секунд 30. А может и дольше, потому что все зависло, что ли? Все отвисло вроде. Так, сначала по традиции ознакомимся с командой недели. Копитар 91, Кросби 94, неплохо, Кейн 92. Так, тут Кадри 91, Кампауэр 87, Шеттерлин 94, Сет Джонс 86, Стром 86, Джонни Гордо, Гудро 91, 87, Шейн Гостеше, Раст 85, Мэтью Ткачук 94. В общем, сложная команда недели. На этой неделе. Много 94-х игроков. Бойко и Кветтингер. Посмотрим, как они стоят. Погнали. Перед вино Мэтьюс на вбрасывание. Сразу Мэтьюс открывает счет. Но тут нельзя расслабляться, потому что реально много 94-х игроков у соперника. Я думаю, нам еще дадут они понюхать вкус забитых голов с их стороны. Рейтен отобрал шайбу. И сделал бросок поворотом. Кросби 94-й. Мэтьюс молодец. Объехал всех и смог нанести бросок поворотом. Так, Пронгер врывается. Бросок поворотом. Вратарь на месте. Пас вдоль борта. Райтенен борется за шайбу. Брэд Маршан бросал поворотом. Ну, видно сразу, что он маленький, сразу видно, где он. Макдэвид убегает. Так, не дали ему на пятак выехать. Так, на Макдэвида передача не прошла от Капризова. Попробуем щелкнуть и гол. Подставил Кросби. Вот часто Кросби подставляет клюшки. Подставил Кросби клюшку под бросок Пронгера. И гол. Звенок Кросби на льду.
такие мини-штурм ворот попробовали на Кеттингера, на ворота Кеттингера организовать, но он на месте. Накрыл шайбу. Четвертое звено, Мактавиш, набрасывание. Зубов. Квин Хьюкс. Убежал, даже нанес бросок по воротам. Так, кто там? МакДэвид отобрал шайбу. Бросить не дали. Опять МакДэвид, силовой. Карла отобрал шайбу. И Брэд Маршант уехал. Хорошая передача на МакДэвида была, но МакДэвид не воспользовался. Капризов. И Карло щелчок по воротам, но Кеттингер на месте. Минута осталась в первом периоде. Играть команда недели. Играем, напоминаю, уровень 92. Кросби на вбрасывание. Через борт хотел в зону войти Свечников. А первый период заканчивался. Счет 2-0 мы выигрываем. Переходим сразу во второй. Так, ну вырвались мы, но передача не прошла на... Сейчас на Хинце прошла передача, но Вертер же на месте был. Позиционно переиграл Хинца. Мэтьюс на вбрасывание, первое звено. Такое некое подобие броска от Пронгера. Гордо силовой применили. Да, здесь упустили Кросби. 94-й, нельзя так ошибаться. Гол. Звено МакДэвида. Капризов, хорошая передача на МакДэвида. Щелчок попробуем сделать. Нет. Прессингуем. Надо ничего не давать делать. И вот МакДэвид убежал. Да, еще и выехал на пятак и забил гол. Молодец. 93-й МакДэвид. Только пятак освободился, и вот он туда выехал. Воспользовался моментом. Звено Кросби на вбрасывание. Well, and now they've earned this
Кеттингер за... накрыл шайбу. Половина практически игры сыграна. Свечников бросал дальний угол, но Кеттингер на месте. Посмотрим, если мы сегодня достаточно голов забьем, чтобы его поменяли, как второй вратарь стоит. Так, у нас удаление, но не согласен, что было удаление, обычно силовой был. Хьюкс может убежать, так, зря они его отпускают. Там уже забили бедного. Ой, упустили Хинца. 4-1. Упустили Хинца, он вдоль ворот проезжает. И классически шаблонным голом четвертую шайбу забивает ворота команды недели. Так, это щелчок Пронгера. Макар набирает скорость. Он может уйти так. Бросок Мэтьюса был в одно касание. Так, немножко не туда пас дали, это может быть опасно. Нет, выбили шайбу. И все равно опасно. Смотрите, Сигуин все равно выцарпал шайбу. И смогли даже мы бросок нанести. На льду четвертое звено, Мактавиш набрасывание, молодой канадский парень. Зубова встретили. Стемкос. Зубов защищается. И Барзал, смотрите, как убегает. Бросок, но Кеттингер на месте, в дальний угол Барзал. Бросал. Классный игрок, жалко, что у меня только до 90 уровня прокачан. Но может как-то будет ресурс, я его докачаю до 94-го или возьму, когда испытание выполню. Иконы стиля испытания. Подходит к концу второй период. Да, второй период завершился, 4-1 мы выигрываем, переходим сразу в третий период, который обычно является решающим. Силовой. И сразу попробуем Райтена вывести.
Опять Хинц накрутил там своего игрока, оторвался и забивает пятый гол. Тут вираж делал и уже дальше, понятно, шаблоны гол забивает. Передача на Хинца была от Остина Мэттиса. Немножко не дошла она до адресата. Силовой на Гудро. Давайте попробуем щелкнуть. Вратарь на месте. Еще раз щелкнем. И еще раз, наверное, Пронгером в дальний угол. Да, вратарь пока все видит. Макдэвид на набрасывание. Остается играть половину периода примерно. Бросок Кина Хьюкса. И смотрите, какая классная передача на Брэда Маршанда от Макдэвида. Увидел его. Да, вот увидел. И дальше уже, конечно, Маршанд 94-й такие моменты реализовывает. 6-1. Кедри зачем-то бросил с такого острого угла. Так, у Капризова, что редкость, отобрали шайбу. Маршант выходил один в ноль с вратарем, но... Кросби бросок наносит. И еще один такой теневой бросок. Обычно от шлема вратаря такие могут залететь. Слушай, ну душат нормально наши игроки. По 2-3 броска наносят за атаку. И вот на Свечникова. Передача и бросок в верхний угол Свечников. Неотразим. Из-под защитника вырвался сразу бросок. Да, классный гол. Да, кстати, видите, Бойко уже на воротах стоит. Кеттингера поменяли, когда мы, я думаю, 5-6 голов наколотили ему. Зино Кросби на льду. И посмотрите, передача прошла на Сёгина. Классно. Вдоль ворот прямо. Никто клюшку не поставил. Кросби сделал передачу, Сёгин забил. Видите, немножко назад. И дальше. Сёгин. 94-й, конечно, он реализовал этот момент.
Так, не с той стороны ворот. Кросби опять бросок сделал, но Бойко на месте. А четвертое звено с молодежью и Барзалом выпустим, посмотрим, как они себя проявят. Слева Стэмкос. Так, ну давайте, может быть, щелкнем. Барзал как-то, да, шайбу потерял. Какая-то суета. Суета-сует. Стэмкос. Но Бойко видел бросок. И 37 секунд до конца матча. Двадцать секунд до конца матча, там Мэтьюс что-то пытался сообразить, но до броска, по-моему, особо дело не дошло, так отлетело у вратаря. Десять секунд, то я думаю, уже и бросков не будет. А, нет, еще попытались. Матч закончен. Максимальное количество очков мы тут набрали. 4600 даже. Неплохо. Так, у нас по голам. Хинц, 2 гола. Кросби, Макдэвид, Мэтьюс, Маршант, Сегейн, Свечников. По голу вратарская линия 857, а вот вратарская линия у соперника 828. Кеттингер. Ну, неплохо, кстати, что, 29 бросков, 24 отразил. Бойко 0,75. 7 бросков соперник нанес, 41 бросок с нашей стороны. Ребят, спасибо за просмотр. Команда недели повержена очередную неделю подряд. Удачи всем, пока-пока.